Добрый день, зовут меня Алексей Сгурский. Сейчас мы находимся в поселке Береговом на спецтренинге. И вот познакомился я тут с человеком, который сейчас расскажет свою историю. Здравствуйте, я Владимиров Владимировна, занимаюсь FFI. Кроме этого, имею еще бизнес как автосервисно, кузовной ремонтно. В общем-то, и в том бизнесе неплохие результаты, но больше меня притягивает бизнес в FFI. Сейчас нахожусь на спецтренинге номер 11, где, будем говорить, нас учат миллионеры, и думаю, что мы успешно в этом деле преуспеем. Своя машина есть? Автомобиль есть у меня на BMW. Ну, результаты на нем по добавлению продукта 13% на экономия. Машина зверь, летит как пуля она. Я думаю, что надолго ее хватит с таким продуктом. Я понял. Ну, то есть вот в любом возрасте человек может запросто строить бизнес через интернет с компанией FFI, да? Как вы это думаете? Это легко. Может от совершеннолетия и до конца дней своих строить этот бизнес и преуспевать. Я думаю, что это, в общем-то, всем возрастам возможно. Хорошо, спасибо большое. Если вас может заинтересовать такая возможность, то под видеороликом есть ссылка, контакты, связь со мной, вы всегда можете связаться, мы вам расскажем, научим, поможем, как в этом деле начать зарабатывать приличные деньги. До свидания.